Выехали с этой стежки экологичной. А, сидит в окошко, смотрит. Ладно, пусть сидит. Ей же интересно, куда мы пошли. Решили заехать. Мы ехали, Алина увидела мельницу. Она говорит, ой, как красиво. А здесь получается какая-то реставрация. И на втором этаже я знаю, что здесь боулинг. Я как-то уже приезжала сюда, узнавала, что сколько стоит. На тот момент, когда мы хотели приехать, нужно предварительно было бронировать время, место. Сейчас тихо. Но сегодня у нас вторник, поэтому и тихо. Еще и время такое, где-то около 2 часов. Сейчас уже 2 или 3 часа, да? Просто сейчас тут тихо, спокойно, потому что никого нет. Даже если вечером и работает, то обычно такие заведения открываются ближе к вечеру. Ну да. Здесь фонтанчик был, водичка. Еще пока не наполнили его. А забор сделали, как будто это канаты висят. А вот та вот мельница внизу, там колесо тут деревянное. Летом там водичка льется, оно вот так вот крутится за счет воды. Ну, сейчас, видишь, воды нет тут. Все повыключали. Они, наверное, еще и не работают. Просят, просят, чтобы звонили по номеру телефона. Ой, какое небо красивое. Да, там вода, и оно так крутится, и вода сливается. Ну, красиво. Летом, да, везде красивее, чем в такой переходной сезон. Угу. Даже еще неизвестно, как оно что дальше будет. Будет ли работать это все. О, потому что экономика падает, у людей тоже денег не будет ездить по реставрациям всем этим. Ну, я надеюсь, что не настолько будет прям упадок экономический, но все равно, исходя из того, что а то все говорят, типа там жилье бесплатно, то мне кажется, Польша очень много что делает для людей, для переселенцев, я имею в виду. Поэтому нужно такие нюансы тоже учитывать, что помощь, конечно, предоставляется людям, но помощь, как говорится, не безгранична. Рано или поздно это все может закончиться. Кстати, тебе еще надо узнать по поводу выплаты. Ты так и не смотрела карту? А надо узнать, как, что, надо позвонить им. Как бы заявку мы подали, в чем проблема? Может, там какое-то время, типа 2 недели? Может, да, надо узнать, как. Ну, в любом случае, это мы уточним, узнаем этот вопрос. Тем более еще нам надо ехать документы сдавать, так что будем там ездить. Еще мне надо посмотреть, какой у меня пароль из карты. А то я в приложении зашла, смотрю, баланс, а в банкомате еще надо пароль, а я не знаю, что там пароль. Я думала, что он тот, который я придумала для входа в приложение. Смотри, какие здесь елочки, так красиво все сделано. Это, да, как кустики. Угу. Да. Слушай, красивая такая елочка. Угу. Мне нравится вот такого плана клумбочки, когда вот так вот все за это. Карликовые, да? Угу. Угу. Но они такие, как не иголочки, а как листочки прям. Да. Симпатюльки. Да. Пошли с той стороны посмотрим, что там. Такой прям камень, отполированный, красиво. Красивые дорожки. А там лежат колеса, такое ощущение, как будто там как картинг какой-то был. А может, они просто положили. А, да, да. Тут, наверное, еще и такое есть. Может, эти, хотя не похожи на вот этот вот
бедине, как от квадроцикла. Ну, может, это они сейчас вспахали, будут выравнивать, делать после зимы. Я бы покатала. Да я сама бы хотела покататься. Это верба. Это верба? Угу. Очень. Смотри, вон котики. Вытягивается, да, и как котик. Ой, класс. Точно, я даже не знала вербу. Она цветет, да, получается? Да, это она только цветет, и потом уже будут эти котики. Это скоро уже Пасха будет католическая. Надо веночек сделать, на двери повесить, а то я что-то совсем дома уют не создаю. Все купила, там все у меня есть, из чего делать. Надо будет сделать веночек. И весенний надо сделать, и на Пасху надо сделать. Большая тут территория, да? Вот представь, тут свадьбу, день рождения отмечать. Тоже лавочка поломалась. Да, вот это рестораны, вот это здесь, получается, с этой стороны, это зал такой большой. Там, видишь, можно с этой стороны зайти. Что там наша девочка сидит? Она так находилась, нагулялась. Думает, не, я с вами не пойду, я лучше в машине посижу. Да, ее не видать, сидит на месте у себя. Ты моя умничка, на месте сидит. Ее не видно даже. Мне, наверное, не успею, кухонный. Самичка и самка. А, не видишь, они съели тут семечки, им надо принести семечки. А видишь, а в том домике они не кушают. Одна зеленая, ой, лянь, с той стороны что-то упало. Одна зеленая, другой коричневый, да? Так. А то с северной хибатой готовят. Ну и как мне их снять? Кухонный, выйди. Ой, вот она вышла. Надо пойти им семечек насыпать, потому что я насыпала здесь и насыпала в кармик. Но я что-то смотрю, в кармике они в этом не едят, в домике. Они, ну, наверное, еще... А? Не ведут попросту. Ну, не ведят так. Надо будет им это. Ой, этот идет мужчина, который на столярке работает. И Барсик пришел посмотреть. Тебе тоже интересно, что там за птички, да? Это такие ладные, такие зеленые и желтые, вот такие. Угу, а я не видела зеленого, я видела вот этого только коричневого. Зеленого, ого, там сколько комаров летает. На камере не видно. Ладушки, давайте видео смотреть дальше.